День, дорогие друзья, у нас новая недельная глава, Шавуотов, хорошего месяца, хорошей недели. Новомесячие наступит у нас на следующей неделе, во вторник и в среду будет два дня новомесячия. Новая недельная глава называется Ноах, и написано: Ноах, муж праведный, поколениях своих. Кто он? Почему он праведник? Кто его предки? Мы знаем, что поколение потопа извратило себя. Долго жили люди, но совершали столько грехов, что Всевышний перестал уже уговаривать прекратить это злодейство. Случилось так, что смешивались друг с другом и люди, кто хотел, кого брал, выбирали себе жен, каких хотели, то, что Всевышний запрещал, потомков Шета брать, потомков Каина, животные извратили свой путь, также они скрещивались, кто с кем хотел. То есть началось очень плохое дело перед Всевышним на земле. Люди начали скрещиваться с животными. И наша устная традиция говорит, что появились и кентавры, и русалки, очень разная невероятная нечисть на земле. И Раури Суперфин рассказывал, что появилось даже непонятно какое существо, то ли дерево, то ли человек, то ли животное. То есть невероятно, что происходило на земле. Всевышний сказал: конец всякой плоти настал, а Ноах непорочен был в своих поколениях. Всевышний видел Ноаха праведным в этом поколении. Что значит он непорочен в своих поколениях? Он не поступал так, как поступали другие люди. Ни с какими животными он не скрещивался. Хотя наши мудрецы говорят, что он женился на женщине, которую зовут Наама. Она была сестрой Туваль Каина. И она была из потомков Каина. И, естественно, он не мог по всем законам жениться. Он был из потомков Шета. К этому возникают, конечно, интересные вопросы. Она родилась до того, как Адаму исполнилось 130 лет, как мы видим из главы Брешит. А Ноах родился намного позже. Он родился за 600 лет до того, как Всевышний уже назначил потоп. Потоп был в 1656 году. Ноах родился в 1056 году. А ей к тому уже времени было много лет, и она действительно, если так брать этот комментарий, то она прожила больше, чем 1500 лет на земле, это понятно. Но это комментарий, и, конечно, применять его к хронологии полностью мы не можем. Но раз есть такой комментарий, надо тоже нам поразмышлять, почему нет. Главное не выходить за рамки комментариев. И самого текста Торы, и, естественно, комментариев классических, которые у нас есть. И кто он был по происхождению Ноах? Он был внуком праведного человека, Метушелаха. Он прожил больше всех людей на земле, 969 лет, из прямого текста Торы мы видим. А его прадед был Ханох, который не умер. Написано, что Всевышний взял его. Необычно написано. То есть, он был такой праведник, что ушел живым на небо, как ушел пророк Ильяу, как уходит дочь Ашера Сирах. Были такие люди. И папа Ханоха Ели тоже прожил 962 года. Он второй был после Метушелаха. Письменный Торе, кто много прожил. То есть он был из рода непростых людей. И сам он выдержал.
И написано, что он праведный был в этом поколении. Наши мудрецы говорят, это в этом поколении был праведник. Если бы он жил в поколении Авраама, он был бы обычным человеком. А другие мудрецы говорят, нет. Если он праведник в таком зверском поколении, то тем более он был бы праведником в поколении Авраама. То есть, по-разному наши мудрецы к этому относятся, к этим словам. То есть, был грабеж на земле, кто сильнее отбирал у слабого. То есть, было страшное дело. Всевышний сказал, что достаточно. Конец всякой плоти настал предо мною. И Ноах должен выполнить определенную миссию. Он должен был сделать ковчег из дерева гофер. Всевышний дал ему 120 лет на все это приготовление. Ноах должен был вырастить деревья и изготовить из них ковчег. Необычно строить какой-то корабль, плавающее какое-то средство в горах. Это необычно. Ноах начал все выполнять. Наш мудрец говорит, он неусердно рассказывал о Всевышнем, не усердствовал в этом. Его спрашивают, что ты делаешь? Строю, ковчег будет потоп. Но они понимали, что он тронулся умом. Ну, это корабль строит в горах. Какая вода, какой потоп. И поначалу смеялись над ним. Ноах продолжал, строил, выполнял то, что говорил Всевышний, говорил, что будет потоп. И в конечном итоге он уже построил ковчег. Они сказали, что если это и правда это случится, этот потоп, то мы разрушим этот ковчег. Ничего у тебя не выйдет. Но не тут-то было. Всевышний решил, что вода сюда придет, и этот ковчег выполнит свою миссию. И как мы с вами знаем, то все так четко и сбылось. А на этом наш сегодняшний урок заканчивается. Урок был дан за поднятие души Владимир бен Григорий, Павел бен Ефим, Самуил бен Герш, Хаим Малка бат Йосиф, Мира бат Авраам, Роза бат Михаэль, памяти Яков бен Нахум, Ури бен Харитон, Мендель бен Мендель, за здоровье Светлана бат Клара, Шимон бен Исхак, Шимон бен Мира, Фейга бат Берта, Берта бат Фейга, Анна бат Ривка, Полина Пер бат Соня Сура, Лена бат Клара, Женя бат Ида, Анна бат Елена, Евгений бен Софья, Двойра бат Мирьям, Моисей бен Ева, Ирина бат Двойра, Йоси бен Раиса, Инесса бат Мейль, Евгений бен Берта, Евгений бат Ита, Фира бат Анна, Геннадий бен Елена, Леора бен Клара, Леор бен Клара, Ольга бат Светлана, Йосиф Давид бен Сара, Таня бат Фрида, Анна бат Рива, Владимир бен Татьяна, Юлия бат Белла, Мазал Парасас Гула, Ирина Батури, Арон Ария бен Ури, Загоровший дух, Арон Ария бен Двойра, Низ бен Ахум, Авигаль бат Сара, Парнасай Брют, Владимир бен Рая, Марина бат Рая, Борис бен Марина, всего хорошего Олегу Марченко, всем всего самого лучшего, желаю крепчайшего здоровья, чтобы закончилась скоро эта страшная война, и всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. Шалом. Надеюсь, наша встреча состоится завтра в 15:30. До встречи.